आज हम लोग गिरिराज महोत्सव को हम लोगों ने पालन की है, सदैव कथा सुने और गिरिराज गोवर्धन में भी जा करके गिरिराज की महिमा वैष्णव समूह से हम लोग ने श्रवण किया है। यदि जो अन्नगुप्त जो गिरिराज महोत्सव है कहते हमारे गौरीय वैष्णवों के लिए ये विशेष विशेष ये क्योंकि हमारे जितने गोस्वामी वर्ग हुए हैं सबके सब गिरिराज के चरण में सबके सब प्रार्थना किया है। निज निकट निवास देही गोवर्धन हे गिरिराज गोवर्धन आप कृपा करके अपना चरण में हमें धाम दे। इसलिए हम लोग ने सवेरे श्रवण कर रहे थे कैसे गिरिराज गोवर्धन कैसे प्रकट हुए हैं और गिरिराज गोवर्धन कितने तरह तरह से ये सेवा करते हैं। चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कृष्ण ने जो गिरिराज गोवर्धन पूजा की प्रारंभ की गिरिराज धारण किए उन्होंने एक क्यों किया है। Сейчас одну секундочку, мы тут с переводом разберемся. आज वहाँ पर रामचंद्र प्रभु एक अच्छी बात बोल रहे थे, उन्होंने ये गिरिराज गोवर्धन पूजा का प्रारंभ क्यों करवा दिया और ये इंद्र पूजा उन्होंने क्यों बंद करवा दिया। तो कृष्ण ही तो जैसे उन्होंने बोले जैसे कृष्ण ही तो देवी को क्या बोले देवी तुम जा करके जन्म छोटी बहन के रूप में जन्म ग्रहण करना Почему Кришна останавливает Индра Пуджу? Долгое время они поклонялись Индре, и Кришна, Кришна как бы считает проживать своими, мои отец, моя мать, моя семья. Если то есть они говорят, если они уже приняли у меня прибежище, я не хочу, чтобы они принимали прибежище у кого-то другого. Они должны оставаться однонаправленными, как бы Мадмана была на Бхактом, и держим его на Маскуру. Он говорит, сосредоточьтесь на поклонении мне, не отвлекайтесь. И таким образом Кришна он отменяет Индра Пуджу, говорит, что это не нужно. Говорит, мы должны поклоняться Гириражу Махараджу. Почему? Потому что все вот эти цветы, воду, все это идет, как бы Гирираж дает нам. Он даже собирает вокруг себя облака, и они дают дождь. Поэтому не нужно спешать Индра Пуджу. Поклоняйтесь Гириражу. Одна частичка, одна пылинка вража гораздо могущественнее, чем Индра. На самом деле не Индра дает нам все, а именно Гирираж дает нам все. А у Индры это гордыня. Потому что они думали, что именно из-за Индры они
как бы могут жить. Потому что все молочные продукты, которые у них есть, они из Индры, то есть из-за Индры, из-за дождя, который дает Индра. Надо Махарадж видел, как Кришна танцует на головах змеи Кали, и подумал, какой же сын у меня Кехар, удивительный. Кришна увидел гордыню Индры, и он понимает, что мне нужно убрать эту гордыню. И Кришна думает, все вражевати мои, и 7 дней я буду для них проводить фестиваль. Я подниму гиряш, и все вражевати, они придут под гиряш Квардхан, и в течение 7 дней мы будем праздновать. Итак, Индра начинает лить, посылает облака Самвардака, и они начинают лить сильный дождь. Кришна поднимает гиряш Гвардхан, все собираются под ним. И там также присутствует все вражевати Шрима Сиддхарани, и Кришна бросает на нее взгляд, и он начинает терять чувства, и как и гирядж начинает соскальзывать у него с пальца, и Кришна быстро приходит в себя. Когда все сакхи, друзья, они быстренько хватают палки и начинают подпирать гирядж Гвардхан. Исаки говорят, Кришна, ты лучше отдохни, мы поддержим, пока ты отдыхаешь. Вражеваси думает, как Кришна, 7-летний ребенок, держит такую огромную гору. Один из друзей говорит, हम इतने कमजोरी हम क्यों लग रहे थे?
Гриджи говорит это, потому что Кришна ест столько много масла, поэтому у него так, столько много силы. Без гопи Кришна не может совершать расу. Он думает, как без гопи я могу танцевать танец расу. И он две лилы проводит, чтобы впечатлить гопи. Одно это танцуют на змеи Кали на головах, а вторую поднимает Гирираджа Говардхан. И когда гопи видят, что Кришна танцует на головах Кали, они как бы, ну, впечатляются очень. А теперь они впечатляются тем, что Кришна поднял Гирираджа Говардхан. Называется Говардхан. Го значит чувство. Вардана значит увеличивать. Гирираджа совершает все виды служения Кришне. Поддерживает как бы, ну, Кришну в его шинкарасе. Он представляет ему кунджи, асаны. Цветов Гирираджа Говардхана. Они, гопи делают гирлянды, украшают, одевают на шею Кришне. Говардан, то есть Говардхан, Го как бы чувство, а Вардан тот, кто служит, то есть тот, кто служит всем чувствам Кришны различными способами. Харидас Авари. Из всех слуг Хари на самый высший Гирираджа. Брати Гирираджа Махарадж ки джай. Брати Гирираджа Говардхан ки джай. Инки ананта катха хай. Гирираджа Баба ки ананта катха хай Гирираджа ки. Иле абе хаман санде дроби. Катха Гирираджа Андемит бесконечно. Сейчас Шанджай Прабу расскажет уже немного харигатхи. वंशा कल्पतरु नष्ट कृपा सिंधु दैवता पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय रूपनाथन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ देखे नारायण परिचरण वंदन Нормально, деталей нет. Медитацию войдет. Это их масса.
गोवर्धनो जयतिषे कुलाधिराजो यो गोपिका विरोधितो हरिदासवर्ध कृष्णेन शत्रुमतभं कृतार्चितो यात्रतामस्य कर्पदुतले श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य श्री गुरुपाद सद जगत गुरु नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद अष्टोदश श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला पुरुष ओम विष्णुपाद अष्टोदश श्री श्रीमद् शिला भक्ति विज्ञान शास्त्री गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। Сегодня особенный день, и с утра мы слушаем о славе, бесчисленной славе. Этот день также он полон воспоминаний Гурудева. Гурудев всегда он был очень как бы с энтузиазмом рассказывал о Гирираджи. Подрывался Рупы Рупинатхи, он проявил свою как бы садхана лилу. И как бы своей сильной садханой, вдохновляя преданных, он проводил фестиваль. И тысячи и тысячи преданных служили Гираджу Пуатхану в этот день. Готовили много-много блюд под руководством Гуру Махараджа. Они предлагали все это Гираджу Пуатхану. Гурудев также рассказывал Харикатху. И он говорит для нас, какова слава Гирираджи Говардхана. Какое мы отношение имеем к Гирираджи Говардхану? И сегодня на этот день, лотосных стоп Гирираджи Говардхана, мы о чем должны молиться? Гурудев, философия Гурудева как огромное дерево. Так же, как с помощью как бы воды Ганги мы поклоняемся Ганге, так же и используя как бы, то, что это Говардхан, поклоняемся Говардхану. В Бхагава там есть как бы Шначка Такура, комментарий Шначка Такура, Санатана Госвами, описывающий Говардхана лилу. И вообще, на самом деле, говорит, я чувствую, что материалистичный наш мирской язык, он ограничен и сложно описать славу. Чакраварти Такур говорит, что Кришна 7 дней он держал Гирираджа Говардхан. А Баладев Прабху был с ним. Чакраварти Пад говорит, в форме шеша он одержит бесчисленное число вселенных. Как горчичные зернышки. То есть, почему Баладев позволил Кришне поднимать
поднял Гирирадж Баладев, он же он на своем одном, на своей голове на одной держит бесчисленное число вселенных. Почему он вместо Кришны не держал Гирирадж Баладева? Почему он позволил Кришне совершать это как бы усилие? Несмотря на то, что это для Кришны не, как бы, вообще не усилие, но так или иначе. Если кто-то может сказать, ну это для Кришны не сложно, тогда почему мама Ишода, она кормит Кришну маслом, почему она сожрет Кришне руку? То есть и это его усилие, это тоже часть лилы. Особенно что насчет Акура, в том, что он сначала ставит вопрос, и потом сам же на него отвечает. И здесь его язык настолько красив. То есть этот подход очень хорош, то, что он сам спрашивает, сам отвечает, ставит сам вопрос. Да, तो बलदेव प्रभु जी ने ये जान रखा उन्होंने कि ये कृष्ण का संकल्प है उन्होंने बाधा नहीं दी Я хочу разбить гордыню Индры и сделать, чтобы Гирираджи поклонялись. Пока поэтому Баладев не знает, что это желание Кришны. И то есть он хочет занять Индру сам и хочет также впечатлить гопи. На самом деле много разных секретов еще вот есть, но мы нет времени все это разбирать. И также Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он тоже пишет о славе. Давайте посмотрим на его комментарии. और गिरिराज जी की तलहटी में जो सब कृष्ण ने लीलाएं की हैं उनके माध्यम से भी कृष्ण ने लीला которая Кришна явил на Гирираджи Гвардхане. Он проявляет славу Гирираджи Гвардхана всеми этими людьми. Прабхупада говорит, что читание Махапрабху и последователи Махапрабху Рупа Рагунат вы с вами. Они проявили славу, Гирираджи Гвардхана, особенно для вайшнава. И когда Махапрабху сам пришел, чтобы совершить Враджмандалу Парикраму, когда он шел к Гирираджи Гвардхану, Кришна Гирираджи Гвардхана написал, когда он Гирираджи Гвардхан с расстояния, он подошел к Данатпранам и обнял один камень и почувствовал огромный экстаз. Он реальное чувство, которое возникло в сердце Махапрабху, когда он видит Гирираджи Гвардхана. Мы приходим, и мы не чувствуем это чувство. Почему? Он говорит, да, когда я смогу увидеть Гирираджи Гвардхана, тогда же я смогу увидеть Гирираджи Гвардхана своими глазами и посетить Нарадхакунды. Прабхупада говорит, почему мы на сердце не молимся таким образом? Почему? Потому что у нас нет, по сути, связи с Гирираджи Гвардхана. Когда мы становимся с Бандакьяном, с Гирираджи Гвардхана, свою связь, естественным образом наши молитвы и сердце будут проявляться подобным образом. Сегодня очень особенный день. Прабхупада говорит, что Шри Чайтанья Махапрабху, когда пришел сюда, на Гвардхан, он обнял камень и плакал, а вспоминая лилы. И тогда Шри Махапрабху остановился на ночь в храме Харидева. Я думал в своем уме, я не буду залезать на макушку Гвардхана. Как же? Как же мне получить даршан Гопала, которого
нашел Мадхавендра Пурипад, установил на вершине холма. И когда спутник Махапрабху Джаганнатха пришел, Павраж, когда Махапрабху привлекал замову ему, он сказал ему, не нужно находить во враже много. А когда Джаганнатха хотел пойти во враж, Махапрабху дает ему наставление в Пури. Он говорит, когда придешь, туда не оставайся, но надолго. И также не залазь на Гириадж Говардхан. Шанкарани Сарасвати, один из преданных Махапрабху, который пришел из Враждхаму и вернулся затем обратно Махапрабху, он принес одну Гириадж Шилу Гунджамалу и предложил Махапрабху. И да, Шрила Прабхупада говорит, что Махапрабху как он совершает арчану, повторяет святое имя, он держит Гириадж Говардхан в груди и Гунджамалу одевает на шею и постоянно плачет, омывает своими слезами Гириадж Говардхан непрерывно. Такую арчану, такова арчана Махапрабху. Когда же придет день, и мы сможем совершать такую арчану? Но у нас нет внутри, на самом деле, настроения на молитву, когда мы слушаем эти лилы, когда мы слушаем эту славу. Но постепенно, слушаем мы, разовьем это чувство Гириадж Говардхану и тоже сможем молиться таким образом. Шриман Махапрабху таким образом служит Гириадж Говардхану. Ту же самую Гунджамалу и Гириадж Шилу он дает Рагунатху Дас Госвами. Какого положения Гунджамалу с Госвами? Когда Рагунатх с Госвами, он смотрит на Гириадж Говардхану, погружается в любовь. Шрила Прабхупада говорит, Гаудиалка, Гаудиалшнавы относятся к Гириадж Говардхану. Нужно все время стараться слушать его катху. Нужно стараться ее как бы понять, что поклонение Гириадж Говардхану это очень необычная вещь. Внешне выглядит, что это что-то обычное. Ну, приготовили там какие-то блюда, ну, принесли Гириадж Говардхану, отдали там. Но Гириадж Говардхану патит паван. И его качество. Джаганнатх также патит паван. Качества паваны проявляются в Джаганнатхе на Радхаятре. То есть максимальная слава, когда на Радхаятру, когда Джаганнатха предлагает множество всяких подношений, а здесь Гираж предлагает милость максимально, когда здесь на Накут Махотсов, когда также ему приносит много-много видов подношений. Видно, что Гаудхута внешне, что Кришна, он сложный, ну, как бы, ну, напрягается. Но на самом деле Кришна служит Гириадж Говардхану. Гопи разрешает Кришне массажировать Кришне свои стопы. Это также служение Кришне. Мама Ишода показывает грозить Кришне палочкой. Это тоже служение Кришне. Пастушки побеждают Кришну в борцовском поединке. Это тоже служение Кришне. Все служит Кришне. В этом особенность. Даже когда Мама Ишода грозит Кришне палочкой. Особое вид служения. И когда Сакхи, Радхарани, позволяет Кришне массажировать стопы. Это кажется, что Кришна служит Радхике, на самом деле это Радхика служит Кришне. Все вражеваси присутствуют там. То есть все вражеваси служат Кришне. Гириадж тоже на самом деле служит Кришне. Гириадж помогает Кришне. Шинкар Раси. Это не что-то обычное, на самом деле очень обычное служение. И поэтому Гириадж Говардхан очень дорог Кришне. Он служит Кришне в Сакья Раси, в Ацалья Раси, Шинкар Раси. Он
предоставляет все, все необходимые, все ингредиенты, которые нужны для расы, танца расы. Сегодня день, когда милость Вираджа Гвардхана проявляется в полной, максимальной степени. Мы внешне совершаем какие-то действия, но если мы сможем как бы подкрепить наше внешнее действие внешне еще чувством, которое мы испытываем в Гирираджи, то это будет как бы гораздо лучше. Парам Гурудев говорит, что мы должны войти в как бы наши, все наши действия наполнять чувствами, потому что иначе просто мы будем внешними действиями заниматься, и это не принесет столько много блага. Просто внешней какой-то деятельностью заниматься. Поэтому нужно стараться проникаться в философию, чтобы возникло чувство. Если мы не заглядываем в философию, не погружаемся, то наша вся духовность, она не продвигается. Если мы переживаем чувства, да, то есть переживаем чувства, когда проводим эти фестивали, тогда мы прогрессируем. Гуру Махарадж говорил, что если когда мы общаемся с вас, то Гуру Махарадж говорит. Если мы привлеклись к каким-то объектам, то есть наша привязанность к чему-то отразится на нашем баджане. Когда Махапрабху пришел в Радхпур, в Южной Индии, там божество Ведаладев, и там был святой Тукарам, Махапрабху дал ему посвящение. Тукарам. И Махапрабху узнал, что недалеко от Рангапури. Что на Гуру Падма недалеко. В общем, как Капур Гуру, не знаю, что это значит. Махапрабху увидел его с расстояния и предложил поклоны. И в сердце Махапрабху любовь проявилась, и слезы, все аштасатвика викары проявились у него в сердце. Рангапури был рад увидеть его, он предложил Махапрабху сесть рядом. Он так сказал Махапрабху: у тебя есть какие-то отношения с Мадхавендра Парипад, потому что если у тебя нет отношения с Мадхавендра... у тебя точно есть отношения с Мадхавендра Парипадом, потому что если бы у тебя не было отношений с Мадхавендра Парипадом, то ты бы такие чувства не испытал ко мне. И Рангапури говорит ему: поэтому у тебя точно есть отношения с Мадхавендра Парипадом. Иначе невозможно, чтобы ты это почувствовал. Такие, все эти викары бы проявились у тебя в сердце. Почему? Потому что в этом сила общения, она проявляется. Когда Махапрабху пришел в храм Кешавадева в Мадхуре, он встретился с Браманом и танцевал. Браман обнимал Махапрабху и также танцевал в храме. Когда कहते हैं आपके प्रेम को देखकर प्रभु कोई संपर्क नहीं हुआ अभी कोई परिचय नहीं हुआ किंतु कहते हैं आपके प्रेम को देखकर मैं मन में अनुमान लगा रहा हूं आप माधवेंद्र पुरी पाद जी से अवश्य ही संबंधित हो किसी ना किसी И Браман тоже сказал: ты точно общался с Мадхавендра Парипадом, потому что именно поэтому ты испытываешь все эти викары.
Почему? Почему? Как Браман понял? Так что он тоже общался с Мадхавидра Пурипадом. Поэтому если у нас есть, мы по-настоящему общались с Гуру Падмадмой, тогда его, то есть черты нашего Гуру точно будут проявляться в нашем характере. Сингханьяр Прабу Доттор, она поехала в Джаганнатхапури, и она пошла Кришна Кешава Прабуджи, слуге Прабхупаде. И Кришна Кешав, он помогал слуге Прабхупаде, Прабхупаду. И когда Прабхупада принимал прасад этого Прабу, он понял, что этот готовит как саджан севак. И Кришна Кешав Прабу, он был очень дорог Прабхупаде. Он жил в читании Гаудия-матхи. Так Шикани, дочь Шикани, она приехала встретиться с ним, и она спросила вопрос. Прабуджи, пожалуйста, можешь рассказать что-нибудь о Рупануга Бхакти? Перед тем, как он ответил, он спросил. У тебя есть связь с Нараяном Махараджем? Ты когда-нибудь встречался с Нараяном Махараджем? Она сказала, спроси про Рупануга Бхакти. А перед тем, как отвечать, он спросил, а ты общалась с Нараяном Махараджем? Он говорит, ты общаешься с Нараяном Махараджем. То есть он понял, что она общалась с ним по уровню вопросов. Если мы общались с Гуру Падмой, то мы, как бы, отражение философии будет точно видно в нас. Если